Уважаемые кирчане, я прежде всего хочу поблагодарить вас за то терпение, которое вы проявляете, испытывая бытовые неудобства, испытывая неудобства от неритмичной работы предприятий. И сегодня исполняется ровно 4 месяца с того, как сопредельное государство устроило нам энергомор, как отключили линии, подающие электроэнергии на Крым. Эти трудности нас не сделали слабее, мы стали сильнее. Эти трудности нас сплотили. Мы приспособились даже плановые работы делать в часы ограничений возможных, чтобы люди как можно меньше страдали от отсутствия электроэнергии в их домах. В условиях энергодефицита приспособились работать наши промышленные предприятия. Нужно отдать должное их руководству, работникам этих предприятий. Рваный такой как бы ритм зависит от поставки электроэнергии, от ограничения, но тем не менее предприятия работают, выпускают продукцию. За всю мою практику в работе РЭСа, конечно, такого еще не было, таких испытаний. Но я считаю, что коллектив Керченского РЭСу с честью эти испытания выдерживает. Ну а кирчан прошу потерпеть еще немного. В ближайшее время проводятся работы по строительству энергомоста. Мы делаем свою работу нашим горожанам, несем электроэнергию, с которой они сделают свет, тепло в своих домах, будет работать бытовая техника, будет работать предприятие. Еще раз терпение, осталось немножко.